When you think gold and silver, you think solid metal jewelry, trinkets, and bullion bricks, and maybe even gangster chains and gilded teeth. In Tarjok, they use these precious metals to make something somewhat softer. Meet Svetlana, a gold weaver. She has taken on a tradition that first appeared in Russia, in Tarjok itself, 800 years ago, and which experienced a surge under the Tsars. Now, the town is one of the last bastions of this intricate craft. Наш город Торжок славится с давних времен, именно техника золотного шитья. Это ремесло меня привлекло еще с малых лет. То есть мне нравилось, когда вышивала моя прабабушка, и я уже целенаправленно пошла в училище именно золотного шитья, чтобы стать мастером-художником по золотному шитью. К сожалению, опыт именно из рук в руку я не успела получить, потому что на тот момент я даже не очень сильно ценила и понимала, насколько это интересно и значимо будет в моей жизни. После я заинтересовалась именно золотным шитьем и стала обучаться, изучать и принимать именно опыт и навыки. Вспоминаю, что могла раньше этому как бы научиться. Надеюсь, я хочу тоже свою дочку обучить. Может быть, буду передавать своим внучкам или внукам. Главное – это желание. Если не будет желания, то сколько бы ни учились, получаться не будет. Получится желание, будет любовь к этому, именно ввиду искусства, потихоньку, долгими зимними вечерами, скажем так, можно владеть данной техникой и потом радовать себя и своих близких. What more meditative, she says, than sitting day in, day out, using your hands and giving light and beauty to the world?